Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 13 августа – очень спокойный день. Именно этот день может принести вам колоссальную удачу. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Суббота 13 августа будет спокойным периодом, наполненным гармонией нейтральных 16 лунных суток. Чтобы этот день принес вам удачу, нельзя нарушать его чистую энергетику недовольством, конфликтами и несдержанностью. Чаще прислушивайтесь к интуиции, она подскажет верное решение. Луна находится в рыбах, обостряя все чувства и усиливая интуицию. Сегодня вы очень четко ощущаете мир, поскольку созвездие влияет на эмоциональность. Также оно дарит мечтательность, заставляя витать в облаках. Старайтесь сохранить трезвость мышления, но избегайте категоричности. 16 на сутки во всем ощущается гармония. День находится в спокойном равновесии. Однако вы еще чувствуете влияние недавнего полнолуния, выраженного в избытке энергии, поэтому избегайте лености. Вложите имеющуюся силу в творчестве, иначе ее избытки могут привести к конфликтным ситуациям или физическому недомоганию. Однако излишняя активность также не рекомендуется, суета и беспокойство не принесут пользы. Отняв время только и силы. Проявите спокойствие, действуйте продуманно и неторопливо. Хорошо провести часть дня на природе, это поможет стабилизировать энергию и обрести внутреннюю гармонию. Этот день показывает вам, насколько удачными были начинания, которые вы занимались с момента новолуния. Если всю первую половину лунного месяца вы действовали с учетом ритмов Луны, этот период позволит вам насладиться плодами своих трудов. Но не стоит переживать, если что-то пошло не так. Сделайте выводы и двигайтесь дальше, учтя совершенные ошибки. Тоскливое состояние, страх и тревожность в 16 луны сутки говорят о том, что предыдущие дни вы действовали без учета циклов Луны, наглянились или не исправляли совершенные ошибки. По этой причине накопленная энергия не была направлена в верное русло. Теперь она создает хаос в вашем сознании, не найдя выхода, и что-либо исправить получится лишь в следующем месяце. До этого времени улучшить ситуацию помогут занятия медитацией. Сегодня важно совершать как можно больше добрых дел, говорить окружающим комплименты, дарить людям тепло и комфорт. Не допускайте грубых высказываний и негатива. Разрушать равновесие 16 лунных суток недопустимо. Нельзя кричать, повышать голос, другие громкие звуки также нежелательны. День прекрасно подходит для поглощения новых знаний. Сегодня это происходит с легкостью и без усилий. Даже образовательный ролик, включенный в качестве фона, отложится в памяти полезными знаниями, поскольку способности концентрации сегодня особенно велики. Однако демонстрировать полученные знания сегодня не стоит. Имеется риск столкнуться с излишне въедливыми оппонентами. Энергетика дня несет покой и гармонию, поэтому серьезных нагрузок следует избегать. Но сложа руки сидеть также не стоит. Прогуляйтесь по городу, сделайте небольшую пробежку или посетите урок йоги. На этом следует остановиться, чтобы не навредить организму. Луна советует. Сегодня не стоит браться за масштабные проекты или дела, которые потребуют больших усилий. Все, что начато ранее, будет двигаться по намеченной схеме, без сложностей и неожиданностей. Неплохой день для переговоров, поскольку коммуникабельность сегодня на высшем уровне. Не демонстрируйте излишнего рвения и напористости. Сегодня они только навредят вашим планам. Однако вы можете пообщаться с начальством на предмет повышения заработной платы, приведя достойные аргументы. А вот менять место работы не рекомендуется. На новом месте вы рискуете столкнуться со сложностями и недопониманием. Какой-либо выгоды от финансовых операций 16-го на сутки ждать не приходится. По этой причине остерегайтесь крупных трат, особенно если они связаны с перспективой получения выгоды в будущем. Текущие мелкие расходы не принесут вреда, но будьте готовы к тому, что совершенные в этот день вещи не прослужат долго. Неплохой день для домашней работы при условии, что вы умеете трезво оценивать свои возможности, поскольку перенапрягаться сегодня противопоказано. Лучше всего заняться уборкой, перебрать или рассортировать ящички в шкафу, а также обновить декор помещений. Непременно завершите день теплой, расслабляющей ванной, чтобы снять накопившуюся усталость. Общение сегодня складывается на высшем уровне. Вы легко найдете контакт с любым человеком из своего окружения, если умеете делать уступки, находить компромиссы. Не допускайте конфликтов и ссор. Если ощущаете, что оппонент раздражен, прервите диалог под любым предлогом, дайте ему время остыть и обдумать ситуацию. Сегодня успешно будет все, что связано с романтическими взаимоотношениями.
Смело знакомьтесь, ходите на свидания, флиртуйте. Если вы уже нашли свою любовь, проведите часть дня только вдвоем. Без посторонних глаз. Хорошая пора для бракосочетаний. Союз, заключенный сегодня, благословлен высшими силами. Без колебаний отправляйтесь в поездку или командировку. Успех в пути гарантирован. Отправьтесь на природу, сходите на экскурсию или запишитесь на речной круиз. Общение с попутчиками будет складываться отлично. И вполне возможно, вы заведете в дороге множество новых друзей. Наиболее успешными сегодня будут магические действия, направленные на очищение, как физическое, так и духовное. Можно избавляться от неприятностей, лишнего веса, безденежья. Важный момент. Сегодня нельзя причинять какой-либо вред даже в ответ на чужое колдовство. Избавляемся от невезения. Если в вашей жизни настала затяжная черная полоса, воспользуйтесь этой практикой, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Сделайте уборку, но не простую, а избавляющую от неудач. Для начала разложите все вещи по местам. Потом окиньте квартиру, оцените свои ощущения. Если среди предметов те, что ассоциируются у вас с невезением, если такие найдутся, их лучше выбросить, в крайнем случае спрятать подальше. Затем начните прибирать дом. И во время работы периодически проговаривайте. «Все дурное и скверное из жилища выметаю, счастье внутрь впускаю. Луна, хозяюшка, помоги, от нищеты убереги». Проговариваем, пока убираете свой дом. Когда будете подметать, мыть пол, прервитесь и обратитесь к Луне, даже если в этот момент светит солнце, и оно скрыто за горизонтом. Представьте, как она сияет на фоне ночного неба, после чего перечислите все свои беды, которые мешают вам жить, а закончив, попросите помощи и благодарите за содействие. После этого возвращайтесь к уборке со спокойной душой, и с этого дня в вашей судьбе начнутся позитивные перемены. Вода для красоты. В течение сегодня купите бутилированную воду в магазине. Далее, когда придете домой, возьмите свою воду в руки и скажите такие слова. «Водица теплая, природы благословленная. Ты мое тело искупай, все лишнее с меня смывай. Жира на мне больше не быть, стройной мне ходить». Говорим 3 раза. После этого вы должны умыться, либо принять душ с этой водой. И вот после мытья уже скажите слова. «Водица, утекай, мои проблемы с собой забирай. Помогай, да обо мне потом не вспоминай. Унеси мой лишний вес на морское дно, там под тяжелый камень спрячь. Ему назад оттуда не уйти, на моих боках больше не расти, быть посему». Проговариваем 1 раз после умывания. Все. Чтобы завистники не беспокоили. Если вы знаете или подозреваете, что вам пытаются навредить завистники, поставьте специальную защиту, которая оградит вас от недоброжелателей надежным щитом. Вечером, когда на небе появится луна, зажгите восковую свечу, поставьте на окно. И, глядя на пламя, скажите: «Свеча тает, на меня луна-матушка с неба взирает. Ты на небе сияешь, а сейчас убываешь. Уходя, возьми с собой все дурные помыслы людские, да языки острые и злые. Пусть мои завистники обо мне забудут, зависть свою лелеять больше не будут. От невзгод меня защити, от зла огороди». Говорим 3 раза. Обязательно дождитесь, когда свеча догорит, а потом ложитесь спать. Отныне вы станете неинтересны своим завистникам. Ну а по народным приметам 13 августа отмечают Евдокимово заговенье. Родившиеся в эту дату умны, независимы и властны, как и большинство львов. Они уверены в своих силах и не станут терпеть неуважительного отношения к себе. Часто участвуют в спорах и сами их затевают, так как уверены в своей правоте. Такая бескомпромиссность мнения может отталкивать окружающих, мешать построению семьи и карьеры. Рожденному в этот день нужно учиться вести диалог и не настаивать на своей точке зрения, давя на собеседника. Их талисман – черный агат. Близился Успенский пост, который немного уступает по строгости великому. Из-за наличия в эту пору на столах славян овощей, фруктов и грибов, ягод и зелени, перенести его не составляло особого труда. Евдокимово заговенье, предшествующее посту, считалось временем гуляния и веселья. Молодежь надевала красивые яркие наряды, собирались на главной площади, где пели песни и водили хороводы. Обычно на таких гуляниях между парнями и девушками происходило много знакомств, которые позже перерастали в брак.
Суеверные люди опасались этой даты, так как знали, что самые тяжелые порчи наводятся именно 13 числа. Чтобы уберечься от темных наговоров, проводили такой ритуал с красной нитью от сглаза. Утром этого дня отрезали красную шерстяную нить, чтобы хватило на 3 оборота вокруг руки. Эту нить макали в воду, после оборачивали вокруг запястья и читали такие слова: «Ты нить в воде была, ее силу приняла. Теперь мне ее подари, от сглаза злого, от слова черного сохрани». Истина. Говорили один раз, завязывали на руке и носили 7 дней. После этого снимали и сжигали. Сновидения в эту ночь пророчат будущие события, но обычно не самые радужные. Исполнение стоит ждать на 9-е сутки. И по традиции, перед сном, каждый из вас, перед тем, как ложиться спать, проговариваем такие слова: «Я благодарю ангелов за то, что мне помогают». Повторяем один раз, и вы посмотрите, что вы всегда будете чувствовать поддержку ангелов.